Педагогический коллектив и воспитанники детского сада «Волшебница» по-своему готовятся к юбилею города. Подарком на 145-летие лабытнанги стали изготовленные собственными руками макеты архитектурных сооружений, которые являются лицом нашего города и его достопримечательностью. Разместился подарочный мини-городок прямо на территории детского сада. Три объекта, узнаваемые всеми здания и сооружения. Администрация города, железнодорожный вокзал и стела, который говорит о возрасте нашего города, стали частью мини-городка. Макеты символично окружают семь лиственниц, которые также являются частью истории Лабытнанги. Мы, конечно же, подготовились к празднованию таким следующим образом. Опросили детей и спросили у них, какие для вас самые значимые архитектурные здания нашего города прекрасного. Конечно, безусловно, дети – это отражение нашей действительности. Ими же было названо следующее. Это всеми узнаваемое здание администрации города, наш великолепный, единственный Лабытнанский вокзал. И, конечно, стела, которой очень много лет, и которая в естественном образе отражает дату 75, а у нас дата отображена Лабытнанги 145. Почему именно эти объекты оказались основой мини-городка, теперь понятно. Действительно, ребята знают о них не понаслышке, ведь вокзал – самое популярное место отпускников. Ну а не заметить стелу невозможно, ведь расположена она прямо на въезде в город. Сегодня у вас тут и вокзал есть, и стела, и городская администрация. А ты где-нибудь был уже? Да, на вокзале. Что ты там на вокзале делал? Наверное, в отпуск уезжал? Да, сначала я с самолетом на поездах ездил, а теперь сюда приезжал. А стелу ты видел живую? Ну, какая она вообще стела? Больше, чем у вас на самом деле? Да, намного больше. На вокзале была когда-нибудь? Да. То есть с вокзалом знакома, а городская администрация тебе знакома? Да. А стела? Видела ты стелу вживую, да. Какая она большая? Мы всегда приезжали, и я всегда смотрела на стелу. Работа – это не только творческая, но и коллективная. Частичку своей любви к родному городу в юбилейную экспозицию вложил каждый из взрослых и юных умельцев, которые не перестают удивляться своему городу и прославлять его. Татьяна Швец, Александр Чирва, программа «Время местное».